Мы выходим в одинаковые ноги. У нас есть один. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Десять, пять. Бум. Если делаете простой темп, то когда вы партнершу облокотите, не будет сильно большой траектории движения. Поэтому, если хотите траекторию, вам необходимо сделать упорный темп. И когда вы облокачиваете партнершу, в этот момент вы благодаря темпочной ноге отступаете влево. Отступаете влево, вышли в темп. Отступаете вверх, облокотили партнершу. Вносите вес в левую ногу. В левую ногу вносите вес. И тогда, подобрав партнершу, подбираете. И выходите в шаг. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Есть. Тепчик. Отступаете. Проминаете. Подбираете. Выходите. И седьмая позиция. Теневая позиция. Раз, два и три. Полная теневая. Ваша стопа здесь подает пяточку. И сайд. Сайд. Из сайда несете вес правой ножки. Оказываетесь посередине. В этот момент уплотняете левой ручкой ее под локоточек. Ладонью правой на центре, на прессе. Грудная клетка плотно к спине партнерши. И затем, донося вес до правой ноги, вы скручиваете партнершу. Скручиваете, скручиваете. Не опуская локоть. Этот локоть нельзя ни в коем случае уже провалить. Вы подобрали его, уплотнили. Он у вас уже немножечко выше стандарта партнерши. У нас стоит с исходной рамочкой. Когда вы подперли, это уже окажется у нее. Вот эта опора приподнятых рук, уплотненных вот здесь. Вот эта штука. Оп. Она уже делает ее, она уже немного приподнимется относительно ее естественной позиции. Соответственно, и она там обопрется. И этого уже достаточно. Вам нужно скрутить, продолжать оперативно, то есть не уронить свою левую ладонь в процессе. Если вы левую ладонь в процессе, то она сразу же там у вас разбит землю. Вот когда вы делаете правый рог, сохраните вот эту опору на том же уровне. На том же уровне сохранить. Не поднимать. Ни в коем случае не поддергивать. Распространенная ошибка, если партнеры практически все дергали на яд. Как бы несете, а потом дергали на яд. Беговая сидит. Ваша задача как раз поперек ее скрутить. Скрутить, не провалив левую. И здесь будет основная опора. И дальше на темп. Если вы сделаете свои ноги, то у вас получится то же самое, что и у партнерши. Бум-пам-пам.